майские праздники. Эти дни подарят жителям и гостям Химок массу положительных эмоций и море добрых впечатлений. В городском округе подготовили насыщенную праздничную программу. Уже 1 мая в парке Химок откроют летний сезон. Старт празднику дадут в 12 часов дня. Для жителей и гостей выступят творческие коллективы, запланированы и театрализованные представления. Для детей пройдут игровые программы и спортивные тренировки. Параллельно будет работать и арт-пространство. Чем еще удивят химчан, рассказали на общегородском совещании под руководством главы Химок Дмитрия Волошина. Куда мы приглашаем людей 1 мая, куда 8, куда 9? 1 мая на 5 парковых территориях будут проходить концертные программы и игровые программы. Такие территории, как парк Автова, Величко, Подрезково, Гудки и Зона Экобелева. Традиционно ветеранов в Химках поздравят песнями военных лет. В преддверии Дня Победы в округе дадут старт акции «Поющие дворы». 7-8 мая мы проведем акцию «Поющие дворы». Это выступление военных лет бригад во дворах проживания ветеранов. У нас порядка 10 бригад задействовано. И порядка 25 адресов. Самый главный и важный день в году – 9 мая. В 11 утра состоится возложение цветов и венков к местам воинской славы. Пройдут акции «Георгиевская лента», «Вальс Победы» и еще более 80 памятных мероприятий в школах, парках и скверах. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.